Ну что, выхожу из метро «Молодежная». Первый вагон, только в этот раз не вечером, а утром. И получается так, что вечернюю версию это я еще не загружал на свой канал. И не знаю даже, скоро ли загружу. Да, я с другой стороны не знаю, скоро ли эта запись появится на экране, так как, к сожалению, не успеваю сразу все это монтировать. Сейчас покажу вообще. В принципе, как даже в тот раз. Можно даже в этот раз пройти через через ДЦ. А на обратном пути уже показать то, что будет снаружи. Днем, значит, весь этот пейзаж выглядит примерно так. Эти дома уже построили. Я помню, как только начинали их строить, это было где-то года 4 назад, а так быстро возвели. Так, ну значит, по тому набитому тротуару сейчас идти не будем. Сейчас я специально пройдусь по этой дорожке. Кто-то, возможно, узнает здесь некоторые места. Потому что а раньше, когда я жил именно в этом районе, то очень много видео появлялись, заснятых на улице, именно в этих местах. То есть тематика не прогулочная, не путешествие, там какой-то определенный разговор, либо что-то такое. Ну и на заднем фоне, значит, были именно эти все места. Кстати, как и днем, так и ночью. Сейчас зайду в Кунцево Плаза. Ашан. Ну, это торговый центр в Ашан. Я уже снутри показывал. Сейчас повторяться не буду. Так что запись, наверное, вырублю перед своим входом. А потом уже можно будет. Что можно будет? Также продолжить показывать пейзаж, только после того, как я выйду. Я, наверное, специально пойду также по той стороне. Специально, чтобы показать с разных ракурсов. Блин, только что телефон рукой случайно задел, придется врезать.
Так, значит, это все выглядит.